Нигер. Да-да-да, слышу. Зачем ты с читами играешь? Что? Зачем ты с читами играешь? А вот нравится. В смысле нравится? Нахуя ты их подрубаешь? Вот нравится вообще. Не, ну вообще-то видео на тебя уже сделано. Я не знаю, почему до сих пор ты забанил. Админ, да походу, мне пусть такие, бесписанные банить. Ну, один забанил, сколько ты эти сетей будешь делать? Банит-то одна команда, если ты не админ. То есть ты подтверждаешь, что ты читер? Нет, конечно. Как ты его нашел? Клево, да? Молодец. А вот там убил-то хоть. Бись, ты стреляешь. Попадал бы еще. Ну, то, что ты не попадаешь, это понятно. Ну, то, что ты с читами ты играешь, это факт. Согласен? Давай, веди. У тебя же все равно ВХ стоит. Давай, давай, показывай, где они. Постреляем вместе. Нет. Заебись, ты его узнал. Ой, нигер, нигер. Ты понимаешь, когда недостаточно играешь, читеры быстро палятся. Да это понятно. Что тебе это дает? Объясни мне. Ребят, салам алейкум. А смысл это по-другому? Ты же понимаешь, когда ты еще никто, короче, есть предложение покататься на... Подожди, не так. ...возможность поиграть. Потом тебя выкидывают. Еще, да, еще раз, подожди мне, что ты говорил. 30 минут, и тебя выкидывают из игры. Так что это такая залипуха. В смысле, с читами выкидывать? Да, 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 конечно. Так что... А, отлично, прикольно. Беспонтовая вещь, если честно. А я думал, это чё ты то входишь. Ты не можешь там так зайти, играть, играть, нет, тебя выкидывают. А чё это в читах так хуйня что? Такая? Встроенная. Ну, видимо. Понятно. Так что сильно не поразвлекаешься. А, ребят, есть ты на связи? Хорошо, а зачем? Да есть на связи, подожди, пожалуйста. Нет, я тут один диалог записываю. А, окей. А зачем ты вообще их подрубаешь? Хороший вопрос. Ну вот реально, что тебе дает? Я зашел, мне просто ссылочку кинули. Я думал, что это такая фигня пофиксена в такой старой игре. Ну блин, ты понимаешь, пока игра существует и пока в нее народ играет, по-любому будет юзать. Так, я не понял, тебя убили, что ли? Угу. Блин. Я же не знал, что ты. Я думал, ты на здании высматриваешь его. Оказывается, он тут в соседней комнате был прям. Ну здесь он просто так не показывает. В смысле так не. А как оно показывает? Я думал, там квадратики, ну, треугольники или там на карте. У меня показывает расстояние до цели. А направление? Ну, по направлениям. На ё-моё микрофон. Вот, по направлениям надо саму смотреть. А тебе сколько? Чарли, отлично. Красиво.